Привет, искатели, это исследователь. Надеюсь, это будет серия роликов, обличающих отвратных производителей компьютеров, телефонов, планшетов, ну, всякой компьютерной техники. Они специально делают деградантские решения технические, чтобы у вас все ломалось, чтобы вы постоянно бегали, платили им. Совершенно ненужные вещи вставляют, не решая очень необходимые проблемы технические. А то, что есть, например, прогресс, он действительно есть, там луч камеры стали в телефонах, это просто связано с тем, что время прошло. Это никак не относится к работе этих фирм. Они, наоборот, все тормозят. Если вы считаете как-то по-другому, там любите этих производителей, Samsung, Sony, то просто не смотрите этот ролик, я ни с кем спорить не буду, потому что это бессмысленно. Вот. А если вы как бы сомневаетесь, действительно думаете, что производители наебошивают вас постоянно, тогда можете посмотреть этот ролик, и еще дальше я буду их постоянно снимать. Я покажу на примере, в чем именно производители телефонов, что делают не так. Например, сейчас они почти что все делают крышку заднюю несъемную. И говорят, что это связано с качеством сборки, что он более плотный. Вот телефон, он не скрипит. Ничего не болтается. Но крышка у него снимается. То есть это вранье. Дальше. Разъем microUSB. Он менее надежный, чем мини-USB предыдущий. Специально сделан, чтобы у вас постоянно он отваливался. И вы выбрасывали устройство, захламляли помойки и бежали, деньги платили производителям. Здесь, видите, он сделан слишком от платы далеко, то есть он болтается. Естественно, он когда-нибудь у вас отлетит. Это тоже специально сделано для того, чтобы все сломалось. Так. Дальше. Сейчас они рассказывают, что нужно экран и больше ничего спереди. И это тоже, я считаю, вранье, потому что ты же держишь вот так обычный телефон, то ты будешь экран просто закрывать. Как-то вот так вот держать, ну, не очень удобно. Я всегда вот так держу, и прекрасно видно экран. Это все вранье про то, что не должно ничего быть сверху, снизу. Потом экран прямоугольный. Он сейчас делают скругленные уголки. Это тоже совершенно не нужно. Экран должен быть прямоугольный. Здесь никакая челка не нужна. Аккумулятор, как я сказал, съемный должен быть, это не мешает никакой конструкции. Еще я заметил интересную особенность. Старые аккумуляторы просто меньше заряжаются, меньший заряд несут, но все равно работают. А сейчас делают те аккумуляторы, что они просто перестают вообще работать. То есть специально какой-то микроконтроллер вставляют и делают аккумуляторы такие, которые быстрее ломаются, я так считаю. А настоящие проблемы с аккумулятором, как они были десятки лет по размеру и по емкости, так они и не двигаются. Хотя потребление растет, передача данных постоянно в интернет идет, требует
больше емкости, но они не могут и не хотят решать эту проблему, но они будут вам впихивать совершенно ненужные штуки, какие-то скругленные уголки, челки сверху. Ну и люди всему этому верят, так как им проповедуют на YouTube, например, вот эти вот каналы, которых много подписчиков, они это как религиозные такие попы, они им втирают вот этот мусор, говнище, что нужен там стеклянный экран с двух сторон, вот всякое вот это вот говнище, санище им суд, а люди легко поддаются на вот эту бредятину. Вот для примера есть телефон со стеклом, да, он прикольный. Олеофобное покрытие есть, меньше царапается, но по сути это только удорожает конструкцию. Это дорого, сколько экран стоит, даже к такому старому, 1000-2, наверное, рублей. А, еще забыл сказать про экран. Экран здесь отдельно снимается, там пластик сверху. Мне это не мешает. Они говорят, что это должно быть соединено. Когда люди сейчас бьют стекло, им приходится менять и экран. Это тоже полное вранье, дерьмище. Нафиг это не нужно. Так, про покрытие. Пластик. Вот здесь вот пластик есть. На него просто лепишь пленку и все. И мне вполне хватает. Мне это как бы удобнее, чем менять, например, какие-то экраны за 5000 или 7000 экрана стоят рублей. Может быть, в каких-нибудь дорогих телефонах, пускай бы и делали это, но в основной массе я не вижу никакого смысла это делать. Ну, это просто глупость. При разбитом стекле, а их очень много на Авито, этих разбитых стекол, требует менять экран. Ну, зачем менять экран? Это я, например, этого не замечаю. Всех этих разрешений. И вот, например, если пластик качественный, то снимая крышку, она остается в нормальном виде. Бывает, опять же, производители делают некачественный пластик тонкий, он начинает трескаться. Но это изначально с завода было. Так бы на самом деле эта вещь бы сохранилась бы в идеальном состоянии. Но опять же, ошибка чисто заводская. То, что крышка съемная, к чему я веду, то это ничему не мешает, это только улучшает характеристики устройства. Ну, естественно, две сим-карты и карточка памяти. Ничего убирать не надо. Опять же, все это было раньше, а сейчас они, производители, просто вредят вам. Ну, на этом пока что все, что вспомнил и рассказал. Еще, кстати, вот у Моторолы, хотел я сказать, недавно был телефон, не бьющийся пластик спереди. Какой-то пластик крепкий, не царапающийся, не бьющийся. То есть со стеклом это вот полнейшее разводилово. Что ж, пока.